А что за машина? У вас Хантер. То есть мы сейчас на Хантере едем, да? Да, ну как бы доработанный. В фирме большое колесо. Как бы поставлены мосты, подвеска. Вот. Другая. Поставлены все-таки мосты? Ну да, мосты стоят от 66-го. Да. Вот. Сейчас мы поедем по полю, по целине, по снежной. Колеса пневматики низкого давления, размерности 1,30 м на 500. Надо было с этой стороны, чтобы они все стояли, с правой стороны, потому что эту машину не видно. Еще не с вас проедем, не с первого дубля все делать. Сейчас они скажут, как надо, точнее. Топани, давай, топани, вторую, третью. Здесь же ты точно не перевернешься, я думаю. Не надо подстегивать меня. А ты даешь. Я один раз себя на соревнования должен прийти, я посмотрю, какой ты водитель. Я водитель? Да. Ты хороший водитель? Хороший водитель. Хорошо. Вот приедешь в апреле месяце на наше соревнование, я посмотрю, как ты будешь. Я отличный водитель. Вот докажешь. На сборы 4 на 4 приедешь и докажешь. Ой, вы говорите, точнее, трезвый водитель. Хорошо? Трезвый? Да. Трезвый водитель – это самое главное, чтобы был трезвый. Что это и говорю? Пить за рулем, вообще пьяный за рулем, он преступник. И убийца. И убийца. И тормози вот здесь, пожалуйста. Да, я выйду, потому что я вот снаружи поснимаю все это дело. Давай. И что это за вальс? Да, еще. Что за вальс? Баском. Прикольный. Который? Ну, чероки. Да это все наши ребята, спортсмены. Сборы 4 на 4. Вы еще безумных не видели, они просто сегодня им некогда было. Знаешь, какие ребята есть? Вот скажешь ему, вот здесь надо перевернуться, он перевернется специально. Убить машину. Это вот тот, наверное, который гонял. Да чё? Ну вот тот, допустим, вот тентованный УАЗ. Он вообще постоянно чемпион. Когда будешь показывать по телевизору? Ой, не раньше марта. А что за передача? Док-кино. Как? Док-кино. Док? Ну там почти 30 минут. 26. Ну 26-30 с этими. То есть вот это будет чисто один день вот этого, да? Чтобы показывать? Ну не один день, ну там. Мы еще ездили, когда мы ездили. Вчера мы ездили. Вам, да. Ой, Грусталь. Там были. Я не знаю, это не отназывает. А то есть как бы 25 минут будет вот такой. Где вам будет сниматься? Мое дело снять и смонтировать. Называют. Все! Все! Все. Снято! Все в сад.
вообще устал. Чего? Жаль. Ну, он там что-то решил показаться, может, он не помнит. Легенда идет на брейк. Идет на таран. С 60-го года выпуска машина. Ты без меня не спускайся. Ну поехали. Сейчас я просто хочу выяснить, что там они дальше будут делать. Как твое настроение? Замечательно. Красавчик. Все, теперь, блядь, можете минные кубки готовить на первое место. Ладно, хорошо, сейчас подожди.